на льду двукратная чемпионка мира и Европы и обладательница олимпийского золота в Турине Татьяна Навка и ее партнер Вилли Хапсало. Помните, в прошлый раз финский танец Татьяны и Вилли буквально взорвал зрительский зал и был очень высоко оценен судьями. Ну, по-моему, Вилли явно не хочет уходить со льда, он вошел в образ. Вот, знаете, я подумал, в чем притягательность нашего проекта? В том числе и в том, что даже такие выдающиеся мастера, признанные чемпионы, как Татьяна Навка, порой не выдерживают напряжения соревновательной борьбы. И мне кажется, что Александр Жулин, тренер этой пары, не слишком доволен сегодняшним прокатом.